178-й серии турецкого сериала «Доверенная», которая выйдет на экраны Турции 12 мая, мы увидим следующее событие. За ужином Зия стал вспоминать, как им было сложно жить, когда они были совсем еще маленькими. Яман очень много и тяжело работал для того, чтобы содержать своих родных. Зия считает, что сейчас главное, чтобы их покой не был нарушен. Того, кто падает, необходимо держать. И в этот момент он посмотрел на Икбаль. Яман приготовил для Сихер сюрприз и рассказал ей об этом. Но Сихер очень любопытна, что именно ей хочет сделать Яман. И просит у него хоть немного намека. Яман всего лишь ответил, что намек где-то рядом, и Сихер еще больше задумалась. Икбаль не может спать спокойно из-за того, что сделала. Она лишь хотела избавиться от Сихер, но никак не могла подумать, что об этом кто-то узнает. Сейчас она понимает, что не может совершить даже малейшие ошибки, ведь тогда вся правда вылезет наружу. Икбаль должна найти способ для того, чтобы избавиться от Сихер. Ей пора покончить с этой любовью и их отношениями с Яманом. Она позвонила своему доверенному человеку и сказала выяснить для нее важную информацию. Когда наступило утро, то Сихер вошла в кабинет Ямана, и он в этот момент закрыл стольный шкаф. Она начинает подозревать, что Яман там что-то спрятал и хочет знать, что именно. А вы не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк, и обязательно написать комментарий. До скорой встречи!